Россия в срочном порядке созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с активной фазой антитеррористической операции, начатой украинскими властями в Донецкой области. Как сообщил глава пресс-службы российского представительства при Всемирной организации Алексей Зайцев, приблизительно через пару часов будет рассмотрена ситуация в Украине. Также Россия отказалась от дальнейшего участия в консультациях по Женевским соглашениям от 17 апреля.